Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Токэмп. И вот такой у нас сегодня на видеообзоре обогреватель плита, то есть совмещенные два в одном. Вот тот, естественно, китайского нашего производителя, но уже не один год данная плита обогреватель продается у нас в России, и уже есть отзывы, которые можно расценивать как оценка не на пятерочку, конечно, но скорее ближе к четверочке все-таки. Итак, сейчас расскажу, какие у данной плиты обогревателя плюсы, как она работает, покажем, и какие у нее характеристики. Наверное, сейчас с них и начнем. Можно сказать, что данная плита у нас работает от обыкновенных сандовых баллонов КГФ, в данном случае 0220 220 грамм с цинковым соединением. И также есть возможность подключения через штуцер к российским газовым баллонам. Здесь также стоит свой редуктор. Это, в принципе, как и на всех плитах газовых и так далее. Итак, данная плита у нас заряжается и включается, как и все плиты такого класса. То есть берем, совмещаем язычок с прорезью в баллончике, вставляем. Здесь, естественно, у нас все выключено, язычок вверх, после чего мы фиксируем наш баллон и можно его запускать. Как видите, даже в таком положении она не загорится, данная плита. Для запуска необходимо дернуть за это кольцо, и только тогда плита начнет работать. Это, скажем так, предохранительный клапан, который защитит вас от несанкционированного включения и того прочего. Итак, данная плита у нас работает от сандового баллона объемом 220 грамм. Максимальная мощность данной плиты 1,3 киловатта при расходе топлива всего 90 грамм в час. То есть такого баллона нам хватит где-то на 2-2,5 часа работы. Естественно, после я отпишу, реально ли эта цифра. Обычно я запускаю просто баллоны и проверяю реальный расход на максимальном горении. Итак, далее, что еще у нас особенно у данной плиты? Баллон можно как во всех плитах оставлять для транспортировки внутри. Единственное, нужно вот этот язычок, чтобы был фиксатор поднят вверх. Дальше. Это у нас съемная часть идет, такой расширитель для установки кастрюль и всего прочего. Максимальный диаметр данного диска у нас 20 сантиметров и 5 миллиметров. Заодно уж сразу сниму и общие размеры. Максимальный размер у нас тут идет 28, 26, и максимальная высота получается 23 сантиметра. И есть возможность у данной плиты перевести его в режим обогревателя, то есть нажимаем сбоку вот такую кнопочку небольшую зажимом, и наша плита превращается в функциональный обогреватель направленного действия инфракрасный, так как здесь установлена у нас керамическая горелка, которая обеспечивает как раз минимальный расход газа, равномерное распределение по той же кастрюле, чайнику и всему прочему. Очень удобно и функционально. В таком положении у нас максимальная высота увеличивается до 32 сантиметров. Что еще можно по этой плите сказать? Кроме того, что мне, по крайней мере, по дизайну, по функционалу все это понравилось. Из таких явных очевидных минусов могу сказать: первое, это то, что данная плита обогреватель у нас идет просто в такой коробке. Это от нее коробочка.
и нету пластикового кофра, что значительно, ну, снижает, я так думаю, продолжительность жизни, потому что коробка рано или поздно у нас вылетает куда-нибудь, ну вот, промокает, и мы ее выбрасываем. Вот, и хранить вот в таком положении, ну, это не очень удобно и не очень практично на самом деле. Итак, понравилась эта плита, можете оставлять у нас заявку на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, пожелания, рекомендую.